А как по-японски будет «я тебя люблю»? Я хочу быть всегда с тобой. Сейчас это невозможно. Скажи, вот когда все закончится, и я вернусь на родину, ты поедешь со мной? Сегодня в качестве посла я сделал свое первое официальное назначение и назначил своим первым помощником Рихарда Зорге. Прошу любить и жаловать. Насколько я знаю, в Японии у нас только один агент. Рамзай. Это лучшая группа разведки на сегодняшний день. Нельзя ему доверять полностью на слово. Гитлер хочет заключить военный договор с Японией. Мы должны как-то сорвать или, по крайней мере, оттянуть заключение этого союза. Рихард, я говорила, что не хочу, чтобы нас видели вместе. Но мне очень нужно с вами поговорить. Это кто на фотографии? Это женщина. Мы стали другими, Рихард. Прошло слишком много времени. Александр Домогаров. У меня две родины. Германия и Советский Союз. Я коммунист, но я немец. Зорге. Премьера многосерийного фильма. С понедельника. После программы «Время». Что я должен делать? Встретиться с Зорге, получить от него контакты. Ну, затем устранить его.